Здорово, братва. Сейчас проеду по автобану, проезжаю, там Кштели, блядь. Бензин 95-й, 217,9. 2 евро, блядь, 18 центов. Они ебанулись, нахуй. Блядь, бак на моровочую машину 45 литров. 100 евро, блядь. Сегодня жена звонила, говорит, это пришли, блядь, на мыло письма от этого, штат Верки, я не знаю, как это по-русски, блядь. Ну, которые дают газ, воду, там, свет. На 50% с 1 марта, блядь, подорожал газ. Соответственно, и этот самый свет, электроэнергия, блядь. Я сидел на паузе, считал, что почем получается. У меня получается 1000 евро за, блядь, приватно я плачу за свою квартиру. Вот будущее с 1 марта. Платить за свет и газ, блядь. У меня жена зарабатывает 1600, нахуй. Ебать, я за квартиру даже с одной зарплаты не могу ее заплатить. Это ебануться можно, нахуй, что творится, блядь. И это, бля, пиздец. Бензин каждый день дорожает, бля, минимум на 5 центов, нахуй. Я еще вот 3 дня назад заправлялся за 180, а сейчас уже 218. Ебануться, что творится, нахуй.